Добрый вечер, дорогие друзья. Добро пожаловать на наш концерт. Сегодня для вас играет джазовый квартет в составе Иван Фармаковский. Рояль. Поприветствуйте, пожалуйста. Иван Фармаковский. Макар Новиков, контрабас. Александр Машин, ударный. Меня зовут Дмитрий Мосьман. И мы хотим сыграть для вас в первом отделении специально приготовленную программу для фестиваля «Триумф джаза», в котором мы участвуем 24 февраля. И мы начнем с композиции «Мотивация». Thank you.
Thank you.
Большое спасибо. Прозвучала двухчастная композиция «Мантры». Дальше мы хотим продолжить баллады. Эта тема недавно придумана, но уже записана на диске, который я записал с американскими музыкантами в Нью-Йорке. И она скоро будет издаваться на лейбле Bootman Music. Итак, премьера «Пробуждение».
Огромное спасибо. Для вас играет Иван Фурмаковский, рояль. Макар Новиков, контрабас. Александр Машин, барабаны. И закончим мы наш концерт легендарной композицией Хуан Тизола и Дюк Эллингтона. Это «Караван». Mm-hmm.
Большое спасибо еще раз. Для вас играли Иван Фоматовский, рояль, Макар Новиков, контрабас, Александр Машин, барабаны и Дмитрий Мосьман, саксофон. Огромное спасибо, вас немного, но нам было очень приятно играть для вас сегодня. Большое спасибо, до встречи.